ли, что больница имени Филатова сможет принять 1300 человек с диагнозом внебольничная пневмония? Но уже сейчас здесь 1500 пациентов. На смену выходит более 1000 медработников, и все работают буквально на пределе. Чтобы показать, что такое предел, главврач больницы надевает на защитный костюм камеру и идет в реанимацию. Первое, что слышно на записи – кашель. Реаниматолог докладывает обстановку, похожая на сводку с фронта. Вот, пожалуйста, поступивший вчера с двухсторонней подтвержденной полисегментарной пневмонии, подтвержденный ковид. В реанимации заняты все койки, развернуты дополнительные всего 120, а прогноз у пациентов такой, что понадобится больше. Можем еще развернуться на 2, 1-3, но это уже будет достаточно запредельной цифрой. Нагрузка на врачей возросла с 6 до 70 пациентов на каждого, и молодых среди больных много. Пожалуйста, для того, чтобы не быть одним из пациентов реанимации, дома оставайтесь, дома сидите. Врачи уже не просят, умоляют. Работают в сложнейших условиях. В красной зоне нельзя сходить в туалет, нельзя выпить воды. Все неудобно. Это огромное ограничение всех свобод твоих. Перерыв обычно раз в 6 часов. Чаще нельзя. Экономят средства защиты и время. Костюм надо правильно надеть, правильно снять, чтобы все хорошо было. Помоги. У многих уже и раны от защитных масок, которые больно давят на лицо. Патч у жены взял. Рук не хватает настолько, что на помощь зовут волонтеров-медиков и студентов. Очень-очень-очень много сложных пациентов, тяжелых, как мы называем их. Тогда вот эта вот трудность, все скапливается, наваливается на тебя в одну кучу, и просто уже устаешь. А больные продолжают поступать. Наблюдается явный прирост. Сегодня мы приняли уже 303 пациента в сутки. Диспетчеры скорой тоже работают в авральном режиме. Тяжело, буквально вот голову поднять некуда, отойти. Сейчас, извините, пожалуйста. 9. У инфекционных больниц очереди из карет скорой помощи. Обязательно сейчас очередя большие, стационары. Проходим обязательно все правила, санитарные правила, то есть обработка, дезинфекция автомобиля. Приходится ждать. А ведь есть те, кто карантином пренебрегают. У этого водителя коронавирус подтвержден, форма легкая. Вместо того, чтобы не покидать пределы своей квартиры, катается по городу. Злостного нарушителя на скорой отправляют в больницу. Все зараженные и контактировавшие с больными в единой базе. Номера их машин тоже с сегодняшнего дня. Каждому из нарушивших карантин будут применять жесткие меры. Штраф 5000, эвакуация автомобиля и принудительная изоляция. В городе Москве установлено более 2500 комплексов фото-видеофиксации, по которым сотрудники БДД в режиме реального времени могут отслеживать передвижение транспортных средств нарушителей. Ужесточается контроль и в московских дворах. Работают патрули. Жителям столицы напоминают о режиме всеобщей самоизоляции. Выходить из дома можно только за продуктами или лекарствами, если нужно выгулить собаку, вынести мусор или пойти на работу. Ну, мы вышли, потому что уже просто невозможно по свежему воздуху хоть немножко ребенка провести. Пока полицейские только предупреждают, но если число зараженных продолжит резко расти, перейдут от слов к штрафам.